Вербовщиков сирийских террористов задержали в Челябинске и Москве. 4 человека арестовали во время совместной операции полиции, ФСБ и Росгвардии. Все они подозреваются в преступлениях против общественной безопасности. Один из задержанных – 24-летний челябинец, парень, приверженец радикальных религиозных течений. Он общался лично, а также в социальных сетях, вербуя людей и склоняя их ко вступлению в запрещенную на территории России организацию ИГИЛ. В отношении молодого человека следственные органы ФСБ по Центральному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1.1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В квартире задержанного провели обыск. Изъяли патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова. Обнаружили запрещенную законом литературу. Боеприпасы отправили на исследование. По его результатам решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Суд южноуральцу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По остальным троим пока принимают решение.